Доброе утро. Мне просто приходится туда-туда снимать. Ты как вообще? В порядке? Морда. Господи, ну вот как можно с такой мордой сладкой лежать? Еще и храпеть. Саша сел, Тафи вышел из своей постилки, лег под ноги, перевернулся, чтобы что? Чтобы его гладили, чесали, да? Вот так вот. Доброе утро, зайчик наш. Угу. Ну конечно, нет, атака пса, корги. Ну, нет, Тафи, все. Это что такое? Нет. Так, давай. Выходи. Выходи, давай. Давай. С подушки выходим. Все, молодец. Тут можешь лежать. Ой, сосисочка. Ну, любимая ж сосисочка. Что такое? Мой мальчик любимый. У меня два любимых мальчика. Я тут белье развешиваю. Пошел сосисон. Начал тут. Сейчас пойдем гулять. Так, сейчас мне осталось тут носки разобрать. И пойдем. Так, сейчас, кстати, я хочу помазать ему десна мазью, которую нам прописали, когда мы делали чистку зубов. Но вообще я пылесошу сейчас, ну, где-то через день. Период линьки я каждый день пылесошу, потому что шерсть, она везде. Ну, вот у коржиков точно их надо вычесывать. Чем чаще, тем лучше, и тогда у вас будет намного меньше шерсти, да? Да? Так, вот у нас еще срок годности пасты есть. Вот, уже скоро заканчивается в 2019 году. По-моему, со вкусом печени. Нет? Ну, куда же ты, мой мальчик? Давай. Угу. Задний зуб. Ну, начинать чистить зубы надо вообще, еще когда они щенки, а то потом они вообще вам не будут давать пальцы залезть. Ой, молодец. Хвалить нужно обязательно. Да. Так, сейчас попробуем это. Ну, не прикуси меня только. Ой, какой хороший мальчик. Давай еще чуть-чуть. Вот. Ладно, с этим мы забрались. А теперь нужно гель. Run. Значит, жидкий гель для обработки десен у собак и кошек. На сторону 1000 рублей. Вообще без запаха. Конечно. Тафи спрятался, знаете, куда? В папке под стол. Так, солнышко мое. Сначала поцеловать. Так, все закрыто. Чтобы потом не писали мне ничего. Под губу. Массирующее движение. Давай помассируй. О, надёжно. Вот так. О.
Вот так классненько, да? Очень мой зайчик. Вот так вот, задние жопы, блин, мне не дотянуться. Вот. Дотянулись вот так вот под губу. Вот тут, да, да. Ну все. Все. Молодца. Еду не могу дать, потому что мы только что обработали зубы. Не знаю, слышно или нет, там собака на улице лает. Тафи тут храпел-храпел, в итоге услышал собаку. Буся. Ну что, мы запустили конкурс в Инстаграм. Сделала также еще в сообществе, написала на Ютубе. ВКонтакте написала, короче, везде написала. Итоги конкурса будем подводить 1 сентября. Вот уточка какая. А я буду играть с уточкой. На. Принеси уточку. Ну ладно. Отдыхай, солнышко. Так, солнышко, а у тебя хвостика не видно. Стоп, стоп. Иди, сейчас я тут сняху дам. Тихо-тихо. Куда? Давай сюда обратно. Обратно. Заходи, мой зайчик. Молодец, сидеть. Умничка, посидим. Саш, Буся уже хочет сниматься. Лампочки сейчас принесу. Так, собрали один софтбокс. У нас хром окей. И сейчас будем собирать второй софтбокс. То есть мы тебя еще не пригласили. О, тени нету. Идеально. Вот он, как он понимает, что это для него? Просто прирожденная звезда. Тафи, ты должен сидеть вместо баночки с краской. Будешь рекламировать нам делюкс вместо вот этой мохнатой пчушки. Установили сразу 2 софтбокса первый раз. И теперь тут нету тени, можно спокойно класть собаку. И снимать Dog News. Смазываемся мокротики наши, чтобы не скрипели. Тафи. Короче, мы собрались уже спать. Пришла сосиска вместе с уткой. И как давай там, пик-пик-пик. Сейчас уже все соседи, Тась, проснутся от твоей утки. Время, ты видел сколько? Уже 1 часов. Вот такая вот, да, уточка? Красивая. Ну, дай мне ее сюда. Ну, попиши еще, ладно. Сейчас, по-моему, она уже сдохла у тебя, Тася. Ну, нет еще. Еще есть порох. Господи, уже обмусоленная-то какая. Я уже ее зашивала, перезашивала раз 300. Помню, покупали, когда Тафи было 4 месяца, наверное. Пошел дразнить. Ну, добытчик поймал дичь.
Ладно, Тафи, я пошла умываться. Ну что, Тафанька у нас угомонился суточкой. Теперь лежит в кроватке, спит. Ладно, еще не спит. Сейчас полежит минут 10 и потом спрыгивает к себе в кроватку, да? Тафи, пока. Спокойной ночи.